Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев перед предстоящим международным конкурсом Евровидения 2019 неожиданно решил сменить имидж. О переменах в образе певец сообщил в Инстаграм. На своей странице в социальной сети артист разместил фотографию, на которой предстал с новой стрижкой. Солист появился перед поклонниками с челкой, щетиной и в солнечных очках. Снимок Лазарева вызвал шквал критики и шуток со стороны пользователей. Подписчики отметили, что в новом образе певец на себя совершенно не похож, и даже сравнили его с бандитом и мафиози. А кто-то из комментаторов предположил, что челка – следствие неудачного эксперимента. Бандит какой-то. Позорная челка какая-то. Кто это, итальянский мафиози? Плохо выглядите, наверное, гуляли до утра в клубнике. Челка – самоделка. Сереж, будто с острова необитаемого, не узнать, написали фолловеры. Впрочем, сам исполнитель перемены в имидже никак не прокомментировал. Ранее 5TV.ru сообщал, что Лазарев назвал своего главного конкурента на Евровидении 2019.